Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Добрый день, меня зовут Лосинук Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Грузии, поселок Кабулети, отель Палермо. Сейчас посмотрим номера. Вот он отель. Ресепшн отеля Палермо. Отель из 5 этажей состоит. Сделал новый ремонт. Они сейчас доделывают ресторан. Нам дали 5 номеров, даже 6. 3, 4, 5 этаж. Сейчас поднимемся, посмотрим. У нас с вами номер 36. Номер 36. Комната больше. Рассчитана на 3 человек. Большая кровать. Раскладное кресло, плазменный телевизор, кондиционер, покрытие здесь плитка. В номере есть балкон. Балкон большой, с видом на горы, на парковку. Ванная комната, душевая. Ванная тоже большая. Здесь душ, кабинка. Все чисто, аккуратно. Следующий номер у нас 43. Судя по всему, вот он. В номере есть холодильник. Посуда, минимальный набор. 2 стакана и тарелка. Здесь у нас, вы видите, размещение максимальное. Одна большая кровать. Тахта раскладная и двухъярусная. Здесь 5 человек может быть. Покрытие плитка балкона. Судя по всему, в этом типе номера нету. Вид на дорогу. Номер просторный. Ванная комната, душевая стойка опять. Кабина, вернее, душевая. Все чисто, аккуратно. Холодильник, шкаф, плазменный телевизор небольшой. Кондиционер индивидуальный в каждом номере. Следующий номер у нас 45. Номер 45. Номер с двумя отдельными кроватями, посередине тахтой. Максимальное размещение 3 человека. Покрытие здесь тоже плитка, судя по всему. Кондиционер индивидуальный, плазменный телевизор. Также в остальных номерах есть холодильник. В этом номере есть балкон. Посмотрим, куда он. К сожалению, балкон открыть не могу. Закрыт. Но он здесь есть небольшой. Душ. Чисто, аккуратно, все так же, как в других номерах. Еще один номер 51, это на 5 этаже. Номер 51. Покрытие такое же, как в остальных номерах. Плитка. Одна большая кровать. Еще одна кровать. Телевизор плазменный, шкаф, холодильник. Балкона нету. Окно с видом на город и на балкон соседнего номера. Номер большой. Кондиционер здесь индивидуальный. Душ. Плитка свежая. Все чисто, аккуратно, как в предыдущих номерах. Они заканчивают ресторан. Думаю, через пару дней он уже будет готов. Можем зайти одним глазом посмотреть, что он из себя будет представлять. Большой плазменный телевизор. Много столов, бар.
Они сделали новую кухню, все у них здесь по высшему разряду. Молодцы ребята. На рестораном есть второй этаж. Здесь, видимо, будут тоже стоять столы. Хорошая площадка с видом на город. Контакты отеля, если вы захотите связаться. Инга, Феликс, это и Вайбер. Вайбер. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Это все по отелю Палермо. Если был вам полезен данный материал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.